Смотрите сегодня в программе «Батько наш Бандера, Украина мати». Украинские школьники готовы убивать. Как детский флешмоб топ-темой в России стал. Посмотрите на лица этих людей, как они поют. Это напоминает такую секту. Украина как угроза. Под боком опасная, довольно агрессивная Украина. Почему Кремль напугали мифические ракеты под Харьковом? До Москвы эти изделия будут лететь несколько минут, вы пиджак не оденете. И газовый шантаж России. Включайте скорее вентиль, и российский газ пойдет согревать ваши дома. Будет ли Европа мерзнуть зимой? Вы идиоты, не готовьтесь к войне с Россией. Спасайте себя от замерзания. Покупайте российский газ. Это антизомби, территория без пропаганды.